Прием документов в самарских вузах не останавливается даже в выходные. Сотрудники университетов работают дистанционно. Им приходится общаться с десятками тысяч абитуриентов в режиме онлайн. Процедура максимально открыта и прозрачная, организована на высшем уровне. В этом лично убедился председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, который сегодня побывал в медицинском и техническом вузах, а также в Самарском университете имени Королева. По словам членов приемных комиссий, пандемия никак не сказалась на режиме работы. Приемная комиссия в этом году проходит дистанционно, вот поэтому мы сидим за компьютерами, принимаем заявления и обрабатываем от абитуриентов. Соответственно, мы принимаем бакалавриат, специалитет, магистратуру. Для людей с ограниченными возможностями здоровья организовали специальные пункты, где им помогают в сборе и оформлении документов. С маломобильными гражданами работают консультанты, как дистанционно, так и в вузах. Все условия технически для этого созданы. Существует траволатор, существует специальная техника для людей, которые плохо видят или вообще не видят. Поэтому, собственно, вот эта аудитория есть, и полный перечень мы для наших абитуриентов, которых ограничены возможности, оказываем. В Самарский медицинский университет в день поступает около 150 заявлений. Помимо россиян, среди поступающих абитуриенты из Вьетнама, Йемена, Эквадора, Египта, Колумбии и других стран. Дистанционный формат по отношению к приемной комиссии, в целом к приемной кампании любого вуза подразумевает очень высокую трудоемкость, и это основная особенность вот этого года. По словам председателя Губдумы Геннадия Котельникова, самарские выпускники могут получать достойное образование, не выезжая за пределы родного региона. Для этого в области созданы все условия. Я скажу только одно, что сейчас те выпускники, которые заканчивают хорошо школу и ставят перед собой определенные цели, для них все открыто. И магистратура у вас, посмотрите, сколько мест технических вузов. У нас аспирантура, ординатура, то есть последипломная подготовка. Человек может успешно делать карьеру здесь, в нашем регионе, в Самарском крае. Приемная кампания стартовала в Самаре в июне и закончится в середине августа. Подать документы для поступления в один из университетов еще не поздно. Для этого необходимо зайти на сайт вуза или позвонить в приемную комиссию. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.